Надеюсь, все разговоры, которые были до начала нашего матча, были не зря, и он действительно получится, что надо. Оставайтесь с нами в прямом эфире «Большой футбол» на лондонском Уэмбли. И снова зовет нас стадион. Сегодня мы на Уэмбли, где через несколько минут начнется наша игра. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно. И для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. У нас ожидается игра высшего уровня, которая однозначно никого не оставит равнодушным. Отличная возможность забить. Гол! Как здорово он сыграл и отправил первый мяч в сетку ворот. Смотрим повтор голевой атаки. Как же классно сыграл Роберт Левандовский. Никаких шансов у защитника. Роберту Левандовскому оставалось только пустить мяч мимо вратаря в створ, что он уверенно и сделал. 1-0 в нашей игре. Петр Жилинский. Прекрасная техника. Спасает вратарь от гола свою команду. Отлично он в этой ситуации разобрался и не позволил мяч отправить в ворота. Молодец, голкипер. Выше ворот. Беллингем. Плохая передача, мяч перехвачен. И пас перехвачен. Левандовский проходит легко мимо соперника. Ну кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику. Причем Джек Грилиш. Он забрал мяч в руки и может начинать атаку своей команды. И мяч снова у них. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Может забивать. Судья показал на угловой, мяч покинул пределы поля. В центр штрафной подан мяч с углового. Зарядил в небеса. Кейн. Не получается сохранить мяч. Роберт Левандовский. Харри Кейн. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Харри Кейн. Роберт Левандовский. Легко справляется вратарь с этим моментом. Левандовский. Мог сейчас отличиться игрок, но голкипер здорово сыграл. Да, и не позволил нападающему оформить дубль. Этот эпизод полностью за вратарем. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. А вот и гол! Они сравнивают счет! Повторяют нам гол.
Замечательную комбинацию они разыграли. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Снова равенство на табло 1-1. Левандовский, надо решать! Не застать врасплох вратаря таким ударом, уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Какой опасный был момент! Получится у них контратака здесь. Контратака продолжается. Уверенная игра в исполнении голкипера. У него получилось вовремя прыгнуть и добраться до мяча. В центр штрафной пошла подача. Опасно! Этот удар не прошел. Ну, очень много моментов они создают, но никак не получается забить. Уже почти все они испробовали, но мяч упорно не идет в сетку ворот. Идет вперед. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. Как уходит он от защитника. Шикарное спасение. Казалось бы, 100% гол. А нет, великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Подали мяч с углового в центр штрафной. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Потерян мяч, и теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Вот что значит отличная игра в обороне. Опасно это будет. Значительно выше мяч пролетел. Мяч переходит к сопернику. Редкий случай, но и он тоже так может. Обыгрывает защитника Роберт Левандовский. Удар точно во вратаря, и он играет безошибочно. Харри Кейн. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Харри Кейн здорово убрал защитника. Но все-таки атака остановлена. Не получилось протащить мяч дальше. Удар не опасный, и Войцех Честный без проблем справляется. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. Харри Кейн! Голкипер хорош, справился с ударом. Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Они рады хотя бы тому, что команда заработала угловой. Мяч летит точно в руки вратарю и остается в них. Ну, решай же! Вратарь справился с ударом. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. Кейн. И Кейн может пробить отсюда. Попадает мяч в ворота после удара. Посмотрим еще раз, как был забит этот мяч. Отдельно отмечу Харри Кейна, который ушел от защитника, как от стоячего. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Поляки начинают с центра, они отстают по счету.
Грилиш. Опять Кейн с мячом. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Честный тащит очень здорово и эффектно спас свою команду. Замена в сборной Польши. Пошла подача. Вынос не получился и опасность сохраняется. Это точно нарушение. Судья назначает штрафной удар. Может получиться опасно, до ворот не так далеко. Очень громко свистят болельщики с гостевого сектора. Сейчас хозяева откровенно тянут. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Считается, что Левандовский – это игрок штрафной. Но он еще и обыграть вот так вот может. Нет, не дошел этот пас до адреса. Петр Жилинский. И бьет! Удар в перекладину! И на этом все. Атака закончена. Пора всем на перерыв. Свисток главного судьи заканчивает первый тайм. Качественный первый тайм провел Харри Кейн. Смотрелся он очень уверенно. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все и изменил. Итак, все готово к началу второго тайма. Начинает сборная Польши. С мячом Джуд Беллингем. Болельщики кричат: бей давай! Отбивает мяч честный. Кейн. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Петр Жилинский. Штрафной пробьет Польша. Коротким пасом разыграли. Петр Жилинский. Как здорово он игру читает. Кейн. И теперь с мячом будет соперник. Кейн может пробить. Отличный момент, но вратаря не переиграть. Роберт Левандовский. Идут в атаку они. Может он сравнять счет? А вот и гол! Они сравнивают счет! Вот такой получилась голевая атака. Нам показывает повтор. Роберт Левандовский без проблем разобрался с защитником. Да, и там получился выход 1-1, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу. Мы смотрим матч 2 равных команд. Счет 2-2. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Хорошо с мячом работают сегодня обе команды. Держит. Секундочку, здесь можно забивать. Ошибается оборона. Это все высокий прессинг соперника. Какой шанс был? Такую возможность надо было использовать. Левандовский. Вратарь на месте. Похоже, тренер считает, что нужно освежить игру.
В центр штрафной пошел мяч. Удар! Перекладина, но мяч в игре. Это была всего лишь попытка создать что-то опасное. Верная возможность у них была в прошлом моменте, чтобы выйти вперед. Совсем немного точности для этого не хватило. Надежно играет вратарь и справляется с этим ударом. Готов свежий игрок войти у нас в игру. В центр штрафной мяч с углового летит. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Контратака продолжается. Харри Кейн! Честно, справляется с этим ударом. Здесь точно не стоило терять мяч. Мяч в воротах. И счет опять в их пользу. Посмотрите, как забил. Протаранил всю оборону соперника и ничего с ним поделать не смогли. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Он накручивает соперников одного за другим. Обводит опасность от ворот голкипер. Все правильно сделал. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. С мячом Бакайо Сака. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Вне игры пас получился слишком рано. А могло быть гораздо опаснее. И движение за линию офсайда было, но если передача пошла, ее уже не вернешь. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Удар не из простых, но вратаря получилось с ним справиться. Замена у сборной Англии. Центр штрафной, мяч направлен. Когда бьют с такой дистанции, сложно назвать это голевым моментом. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Теряют они мяч. Беллинге, можно бить. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Крайне странные действия защиты привели к голу. Грубейшая ошибка в передаче и, как следствие, пропущенный мяч. Все по делу. Нельзя вот так играть на своей половине поля. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще может измениться. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Харри Кейн! Честно, как здорово он сыграл сейчас и выручил команду. Идет в штрафную мяч. Под очень серьезным прессингом был сейчас атакующий игрок, поэтому даже ударом в створ не смогла атака закончиться. Все благодаря слаженным действиям в защите. Не дали они этой атаке во что-то опасное превратиться. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Кейн. И Кейн может пробить отсюда. И справляется вратарь с этим ударом. Роберт Левандовский. Тащит мяч вперед он.
Пошли последние 10 минут игры. Левандовский проходит легко мимо соперника. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Очень много передач. А нужен всего-то один острый пас. Дар. И забивают они. И есть еще время. Можно попытаться свести матч к ничейному результату. Повтор очень хорошего гола нам показывает. Рабочий такой мяч получился. Задавили они соперника своим прессингом. Матч продолжается. Уже забили 7 мячей. Счет 4-3. И как это закончится, сказать трудно. До конца игры 7 минут. Перехват. Эта атака не получается. Они отстают всего на один мяч. Сейчас нужно сделать все, чтобы результативно завершить эту атаку. Вратарь на месте. Удар не опасным получился. Киран Трипьер. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. И все же мяч перехвачен. Штрафной пробьет Польша. Плохой пас и мяч у соперника. Он обыграл соперника. Без грубой вратарской ошибки мяч с такой дистанции в ворота не попадает. Ну как же так? Вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы. Вот только точности этому удару не хватило. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Все спокойно. Мяч у вратаря. Передача от Стерлинга перехвачена. Сборная Польши идет вперед. Надеются они сравнять счет. Вот и все. Финальный свисток фиксирует победу хозяев. Хорошая игра перед своими болельщиками. Очень много борьбы было на поле. Обе команды хорошо подготовились к матчу и старались играть без ошибок. Но все равно у одной команды это получилось немного лучше. Для Харри Кейна эта встреча получилась выдающейся. Он был лучшим в составе своей команды. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.